Вас приветствует компания Kinexip. Эта инструкция описывает, как наложить кинезиотейп на переднюю крестообразную связку. Вам понадобится прямой тейп длиной 30-40 см. Шаг первый. Согните ногу в коленном суставе на 70 градусов. Шаг второй. Отделите рабочую поверхность тейпа от подложки. Зафиксируйте без якорей на поврежденной связке через место боли. Шаг третий. Выпрямите ногу в суставе. Наклейте рабочую поверхность тейпа по всей длине. Зафиксируйте якоря. Спасибо, что выбрали кинезио-тейпы Kinexip.